Валентина. Спасибо. Это будет во время смога. Во время смога. А вот я, помните, был в месяц. Недолго. Вадим, да. Перейдем от алкоголя к спорту. Потому что ты зарекомендовал себя Игорем. Я тут выяснил, что у тебя есть звонкие должности. Я прошу тебя о них рассказать. Ты вице-президент Белорусской Федерации ММА. Да, действительно.